Что же, друзья, продолжим устанавливать и скачивать последнее обновление на Redmi Note 5, а последнее обновление на Redmi Note 4X остается прежним. Оно еще из 2018 года, больше не было обновлений. Соответственно, называется оно 8.12.20. Вот оно, 8.12.20. И, соответственно, больше других обновлений не было, и пока... Посмотрел я на сайте, и на сайте тоже вот это последнее официальное обновление. Других обновлений нет. Я честно скажу, что я не нашел статьи, в которых пишется, да, о том, что будет обновление, да, что оно вот-вот выйдет. Я не нашел, но если у вас есть такая информация, пожалуйста, скиньте в описании к этому видео. Ну, а мы приступаем установки обновления на Redmi Note 4X. Вот. Прошу прощения, на Redmi Note 5. Обновляемся. И здесь у нас 9.1.24 уже. Причем, смотрите, 354 мегабайта обновления. Достаточно большое. Но оно уже у нас закачалось. Нам достаточно теперь просто перезагрузить наше устройство. Нас предупреждают о том, что надо подзарядить. Сейчас, собственно, это и сделаем. Так, плат соединяем. И перезагружаем. Ну что ж, обновление установилось. Дальше идет стандартный тест. Как вы помните, мы запускаем бенчмарк Antutu и 3DMark. Вот, собственно, 3DMark. Ну, прежде всего, смотрите, как работает, насколько быстро, все хорошо работает, все без проблем. Вот, ну а вторая задача — это найти среди всех этих ярлычков наш 3DMark. Давайте, друзья. Так. Ну, 3DMark, вот он. А, вот. Antutu Benchmark. Сто 13 000, и повторяем. Слушайте, а вот результаты, было 113, но стало почти 112, почти что, да, без 130. Ну, как видели, тест изменился, бенчмарк Antutu, там добавились новые сцены, другие и так далее и тому подобное. Но вот такие вот результаты. Продолжаем наши тесты и, конечно же, переходим к всеми любимому 3DMark. Запускаем. Итак, вот они результаты. И прежде всего давайте, естественно, сравним с предыдущими. Итак, вот наискосок, как всегда. Было 222, стало 216, было 131 500, но стало 131 700. То есть здесь увеличилось немного, здесь немного уменьшилось. Ну, так очень часто бывает. Но мы не останавливаемся и смотрим, как все дальше работает на примере приложения Arena Силы. Так, смотрим, как же будет все работать. В общем-то, неплохо.
Ну, как видите, работает все идеально, быстро и так далее и тому подобное. Ну, как видите, все отлично работает, и тут уже нечего комментировать, конечно. Ну что ж, обновление полностью протестировано, все последние популярные обновления работают отлично, без всяких ошибок и так далее и тому подобное. Так что вот так вот, вот такие вот новости. Повторюсь, что пока на Redmi Note 4X нету, самое последнее обновление, вот ему уже несколько месяцев, значит, 8.12.20. И, к сожалению, других пока нет. Вот. Ну, естественно, кто-то обещал в комментарии ссылку. Я надеюсь, что скинут ссылку на, значит, статью, где MIUI говорит, что вот-вот сейчас мы выпустим, все нормально, немного потерпите. Я жду. Всего доброго, до свидания.